О, черт. Черт. Нет, нет, нет. Какого хера? Какого хера? Ты что, осознал, что такое безумие? Твою мать. Михалыч, мне все больше и больше становится страшно находиться с тобой в одной игре. Я лучше уж к Петру пойду, он хотя бы немного получше тебя. Он какой-то не такой петушиный, чем ты. С какого хера ты стал знать, что такое безумие? Тебя что, вас этому научил с Far Cry 3, а? Признавайся, Михалыч, ты что, квас уходил, тварь? Я тебе говорил, что такое безумие. Ой, господи, я угораю. Так, ладно, тут ничего нет. Мне серьезно становится еще больше и больше страшнее с Михалычем. Он какой-то прям слишком жесткий. Он походу точно этого, у Васа из Far Cry 3. Обучался узнавать, что такое безумие. Так, я не могу понять, что мне еще надо сделать. Так, мне нужно вот сюда. Я сюда еще не лазь. И тут какая-то комната. А тут заколочено, ну как назло. Вот Михалыч в своем репертуаре. Даже если мы и сломали, то тут стоят доски. Да. Магнит. Стоять. Притяни. Притяни. Да притяни. Да притяни. Притяни. Да я тебя умоляю, ну притяни. Ой, ну все в жопу. Так, и как? И что? И что я должен сделать? Так, нам идет вот эта вот фигня вот сюда. Ну, то есть, вот эта вот фигня, провод откуда-то, вон туда. Но я что-то не особо вижу. А что это нам дает? Там какая-то решетка. Там вон та решетка. То есть, вы хотите сказать, что... То есть, вот эта фигня зависит от этого? Это очень странно, ребят. Это очень странно. Я даже не знаю, как это объяснить. То есть, вот эти, по идее, решетки... Ну-ка, вот тут, может, стоит притянуть, а? Попробовать. Ну, блин, ну ты сможешь. Ладно, хорошо. Окей. Тут доски стоят. Ну, тут доски стоят, как бы, я никак не смогу. Ну-ка. И что-то изменилось? Я что-то ничего не заметил. Может, вы что-нибудь заметили? Напишите в комментах. Я что-то не особо ничего не заметил. Но эта фигня не открывается, значит. А что значит-то? И что значит мне нужно делать-то? И что? Не, серьезно, и что? Ну, и что вот не делать? Ну вот я открыл эту фигню, и что мне дальше делать? Так, там у нас какие-то цифры. 1, 3, 5, 2. А, ну стоп, ну это же... Ну это же, чтобы эту открыть, как там, я так думаю, которая кнопки. Но она мне уже не нужна, я уже красный ключ как бы получил. Мне как-то она уже не особо нужна. А что мне дальше тогда делать, алё? Ту хрень нужно как-нибудь подвинуть. Я просто не понимаю, что мне вообще дальше делать. То есть я же все вроде бы открыл. Ну-ка. Ну вот мы заморозили, да? И что там? Да... Что за... И там у нас... Лом! Извиняюсь, ребят, у меня просто иногда так бывает, что вылазит реклама. Короче, так, мы тут сюда акулу положили. Там лом. То есть сейчас мы должны разморозить. Да-да-да-да-да. Е-е-е-е-е. Да. Не спрашивайте, что я сказал сейчас. Я просто, я не знаю, что я сейчас сказал. Не спрашивайте, просто не спрашивайте. Размораживаем. Значит, мы сейчас разморозили эту хрень. Ну. Я не знаю, какой-то бассейн. Какой-то странный у бассейн. Этого, у Михалыча бассейн. Серьезно. Ну, хотя, учитывая то, что у Петра был такой же, я что-то не особо удивлен. Так.
И вот тут у нас есть ломик. Ну, в руках у этого леговского, так скажем, Эммета у нас есть ломик. У нас есть чертов ломик. Да, блин. Да, хватит обезьянку делать. Обезьянку делать. Apple, что ты говоришь, пожалуйста? Не надо. Не надо больше нести всякую фигню. Господи, что я сейчас сказал? Обезьянку делать. Ладно. Так. Джеронимо. Да блин! Ой. Михалыч, ты чё, офигел? Ты чё, вообще охренел, а? Так, нам надо сюда. И что это открыло? Что это открыло? Алло. А, не-не-не-не-не-не-не. Почему Михалыч именно сейчас стал вот таким вот, а? Почему не в середине прохождения этого мода, не где-нибудь, а именно сейчас? Да ты заманал меня уже. Ты серьезно меня уже заманал. Так, господи, да что это вечно рекламка это вылазит? Все, вроде реклам не вылазит. Так, короче. И что, и где мне найти черный ключ от вот этого вот Кенчика? М? Где мне найти? Я что-то нифига не понимаю, но я делаю вид, что я что-нибудь понимаю. Так, ладно, давайте пройдем куда-то. Воу! Офигеть! Ни хрена себе подлетел. Я что, какой-то Супермен? Я какой-нибудь зеленый фонарь? Ну ладно, хорошо, хорошо.